И начинаем. Всех приветствую, сообщество. Сегодня 22 февраля 2021 года. Сегодня день, когда мы пошли, так сказать, зашагали в наше трехлетие нашей компании, нашего сообщества. А в 2021 году, 21 февраля, мы стартовали в 11 часов вечера. Это было 23 часа ночи, да, то есть мы ждали, отлаживали сайт, как всегда. Вот, и уже 23 числа я передал свою реферальную ссылку, своей первой линии, и так мы начали. В первый день нашего старта было зарегистрировано 7 человек. Я помню этот день, как мы передавали, да, как мы немного так ощущали такое волнение перед этим стартом, потому что каждый из нас, все эти 7 человек, мы понимали будущее, перспективу того, что мы делали. Мы верили, мы шагали, мы не уставали. И за дня в день мы делали вебинары. На этих вебинарах, я помню, посещало, может быть, 12, может быть, 10 человек, но мы все равно не прекращали вещать нашу идею. И сегодня эта идея начинает приобретать свои очертания, начинает обретать смысл. И сегодняшний день наше сообщество доросло на более 20 тысяч участников. И в этом году мы ожидаем, что мы перейдем 100+. То есть наше сообщество за этот год, за 21 год перешагнет 100+. Вот для этого была разработана четкая конкретная стратегия в 2020 году, да, в конце года. То есть и по этой стратегии шаг за шагом мы начинаем реализовывать всю стратегическую программу для расширения сообщества на 21 год. Вот. Вчерашний праздник, вчерашний день рождения Веко отметили все сообщество. Это было ощутимо, это настолько действительно было здорово, что чем-то напоминало Новый год, да, то есть у нашего сообщества есть свой Новый год. И данный праздник отметили каждый участник сообщества. Это было видно по чатам, это было видно по тем видео, которые вы присылали, да, многие начали интересные такие сценарии, вдохновляющие такие интересные поздравления, то есть это было что-то невероятно. И я этим очень горжусь. Я хочу поблагодарить каждого участника сообщества, что именно так вы относитесь к данной дате, к данному дню, как свой праздник, да, то есть наш праздник нашего сообщества. И пусть каждый год этот день, 21 февраля, оно еще больше и больше, да, стало масштабным, и когда-то будет данный праздник отмечаться в каждой стране Земли. Вот. И когда я такие слова громкие и, может быть, немного пафосные, когда говорю, на тот момент многим кажется это что-то сказочное. Да? Точно так же, когда мы говорили о огромном сообществе, о множестве проектов, в проектах, которые люди зарабатывают, тоже казалось что-то невероятное и что-то невыполнимое, такие речи, да, такие слова. Но сегодня мы видим, что все это происходит с нами, происходит с каждым участником сообщества. Много добра и тепла данное сообщество принесло в каждую семью. А те, кто с нами недавно, через буквально 2-3 месяца, через полгода вы ощутите это и поймете, о чем мы здесь несем, о чем мы здесь говорим. Вот, поэтому я хочу еще раз вас поздравить всех, все сообщество с днем рождения. Нам 2 года, и все, что мы делали
А именно с таким позитивным настроем, имея улыбки на лице, да, то есть не уставали, да, не всегда было легко, то есть были периоды очень тяжело, много нужно было работать именно каждому из сообщества, да, мы вникали, мы учились, я учился вместе с вами, вот, и я уверен, что третью годовщину мы будем справлять, то нас, естественно, будет уже в несколько в разы уже больше, то есть и данный праздник будет еще больше, больше радостней и больше праздничнее, да? Вот. Хочу поблагодарить каждого участника сообщества, то, что вы с нами, то, что мы вместе, то, что мы делаем одно дело. Хочу поблагодарить технический отдел программистов, айтишников, людей, которые следят за серверами, за скриптами. Мы очень благодарны вам за ваш титанический труд. Я хочу поблагодарить техподдержку, команду техподдержки, которые каждый день помогает через форму обратной связи нашим партнерам разобраться, исправить какие-то ошибки или какие-то непонимания. Вы очень сильно трудитесь, и я вам очень благодарен. И хочу вот, отдельно техподдержки, да, от имени всего сообщества сказать вам большое спасибо. Хочу поблагодарить руководителей, то есть это администрация руководителей направлений, которые... У нас есть руководитель, да, направление Чеклер. Марину хочу поблагодарить, Игоря Жаданова, за прекрасный инструмент Кибервек, Петра Балашова за ваш терпеливый, такой кропотливый труд в направлении развития Golden Ration. Хочу поблагодарить Елену Задорожную, которая нам организовывает вебинары, работает со спикерами, составляет техзадания, да, то есть подготавливает вместе с дизайнером слайды, да, чтобы людям было все понятно по маркетингам и того прочее, да. Наш дизайнерский отдел, Ивана, вот, кого, если забыл, да, наша администрация настолько большая, настолько обширна и растет, потому что все развивается. Если кого-то забыл упомянуть, прошу прощения. Отдельная благодарность Элоне Михайловне за ее огромный труд. Многие не видят ее труд, но можно сказать, по 90%, может даже 99% всех процессов, всех коммуникаций, всех отделов выстраивания, ставить задачи. Все это благодаря Элоне. То есть очень большая благодарность, несмотря на то, что бывает, что не высыпаешься, да, бывает, что есть свои семейные дела, да, есть какие-то свои обязанности, но несмотря на это, ты всегда ставишь в приоритете наше сообщество, нашу компанию, то есть и много времени и сил отдаешь этому труду. Вот, хорошо, на этом благодарности завершаем. Вот. Нет, я все-таки еще хочу поблагодарить наших партнеров, которые открыли офис, которые работают с людьми на земле. Да, и вчера во многих офисах, которые есть, прошел праздничный ужин, праздничная встреча партнеров именно в офисах. Вы молодцы, ваш труд очень ценю, то, что вы делаете, то, что вы много своей силы и энергии именно вкладываете на помощь командам. Вот. В наших офисах
во многих сетевых компаниях я обращал внимание, что когда открывается офис определенной команды, и они не готовы помогать людям из других команд, да? Ну, такое есть, она бывает. То есть в наших же офисах оно необычно, это все благодарность вот менеджерам, да, или руководителям данных офисов на земле, которые готовы помогать, неважно в какой ты структуре, главное, что, то есть мы одно сообщество, да, и неважно в какой ветке, какой структуре, по какому проекту, то есть мы настолько, у нас столько много проектов, у нас везде, так сказать, то есть абсолютно нету такой конкуренции, да, то есть, и поэтому любой человек с любого города, если посещать город, где есть офис, он может пойти, его гостеприимно встречают. Это мы уже видели, мы это знаем. Так, я, наверное, пропадал, да? Секунду. Вот, поэтому вам очень большая благодарность. Одним словом, все молодцы. Все молодцы. Все замечательно. Хорошо. Так, сегодня будет маленькая презентация проекта и также немного вопросы и ответы. То есть, вот, если, ну, буквально недавно, да, на протяжении месяца или полтора, по-моему, мы готовились к старту проекта «Матрикс 120» с уникальным маркетинг-планом, с интересной матрицей. Мы взяли это направление матрицы, и первый проект, который мы хотели стартовать, именно из матриц, и маркетинг или проект «Матрица 120». Вот. «Матрица 120». Данный маркетинг, данный проект, оно рабочее. И если такой маркетинг появится в интернете, я уверен, что они будут успешны, да, я уверен, что будет успешно, потому что данный маркетинг, он действительно рабочий. Но мы отменили старт матрицы 120 по причине того, что меня все никак не успокаивало, там, так сказать, в груди, так сказать, когда я проекты мы разрабатываем, когда мы делаем для сообщества, когда мы запускаем, у меня всегда горит. То есть данный маркетинг меня немного, так сказать, он вдохновляло меня, но в то же время немного беспокоило. Вот. Поэтому я к нему отнесся очень тщательно, все время тестировал. И я понял, что маркетинг действительно идеальный. Вот для матричных проектов маркетинг идеальный, прибыльный, интересный, динамичный, быстрый. В нем много преимуществ. Особенно та фишка, что если матрица не закроется, компания даже готова оплатить. Да? То есть даже в этом, то есть оно свою уникальность и имеет право жить, может жить. Но так как мы компания, которая производит проекты, где мы 100% уверены, что каждый человек нашего сообщества им может иметь прибыль, только такие проекты мы запускаем. Вот. Матричный проект, оно интересный. Матрица 120, оно интересный. Но, несмотря на его существование, то есть в какой-то момент оно может сыграть и негативную сторону. И меня это беспокоило, честно. Вот. Хотя я понимал, что такой момент настанет, возможно, через год, может быть, через полгода, а сейчас все будет хорошо. Но тем не менее, то есть я принял решение отменить. Вот. Поэтому у нас за 2 года был первый такой 5-минутный брифинг, где я был не уверен. То есть решил еще раз протестировать, но потом уже на следующий день уже принял окончательное решение отменить данный проект. Вот. Но так как у нас проекты создаются параллельно сразу несколько, то есть и когда «Матрица 120» стартовала, мы уже готовили другой проект под названием 1090. То есть, естественно, раз мы отменили «Матрицу 120», то мы запускаем «Матрицу 1090». Данная матрица нельзя сказать, что данная матрица просто матрица. То есть данный проект
Данный проект больше инструмент для пассивного заработка, но имеет элементы матричного маркетинга. То есть, если матрица 120, оно было именно матричным маркетинг-планом, то проект 1090 является проектом для пассивного заработка, но с элементами матричного маркетинга. И вы сейчас поймете, о чем я говорю. То есть, сейчас я буду рисовать, да, потому что слайды не подготовлены были, так как принятие решения 1090 было буквально недавно, то есть, естественно, мы не готовились к презентации 1090, то есть мы готовили сам проект, но не готовили презентацию, поэтому слайдов сегодня нет. Вот, так, смотрю, люди добавляются, у нас уже 1800, это хорошо, почти 1800. Так, ну давайте тогда я немного порисую, да? Вы не устали? Так, давайте перед тем, как начнем, чат откроем на буквально на минутку. Скажите, вы не устали? Готовы принимать информацию? Готов, да, готов, отлично. Прекрасно. Все. Чат закрываем. Вижу, что все воодушевлены. Всем интересно послушать маркетинг-план. Одно хочу сказать, что данный маркетинг-план позволит с маленькой суммы за короткое время достичь больших результатов и больших чеков. И уже в первый же день участник начнет зарабатывать. Как на пассиве может зарабатывать, так и активно развивая свою команду. Но в любом сетевой компании, да, где есть элементы MLM, да, маркетинга, зарабатывают больше всего те, кто активно работает со своей командой, кто активно строит свою сеть и уже начинает получать прибыль от сети, а оно всегда больше, чем именно и в сроках, и в суммах, чем те, кто работает на пассиве. Вот. Но, конечно, многие говорят, что я не умею, поэтому я не строю команду, я не хочу навязывать. Но это понятно, это причины каких-то страхов и комплексов. То есть, если у вас есть цель зарабатывать большие деньги, вам нужно очень срочно избавляться от этого, да, и начать учиться строить большие команды, становиться лидером. Каждый человек, оно заложено от рождения. Вот, и вам нужно просто его разбудить. А если не просыпается, то дать пинка себе. То есть заставить, то есть какое-то время заставить. Это будет, возможно, непривычно. Но говорят, за 40 дней человек приобретает привычку. Если вы будете 40 дней делать ту вещь, которая вам может быть непривычно, оно некомфортное, то через 40 дней оно войдет вам привычное, и это станет уже вашей нормой, вашей поведения. Поэтому нужно работать над собой. Вот, благо у нас есть интернет, и сегодня мы живем в такое время, когда мы, набирая в Гугле или на Ютубе, то есть мы можем найти любую информацию. И также о своих личных качествах вы тоже можете найти очень много информации. А также советуйтесь с вашими наставниками, с вашими лидерами, и они расскажут вам уже практически, как все это делать. Так, берем карандаш. Берем карандаш. И я рисую. Сейчас, может быть, начну с самого базового нуля. Проект называется просто 1090. 1090. Данный ресурс является инструментом для стейкинга. Для стейкинга криптовалют. Таких криптовалют, как Райдо, и таких криптовалют, как Вебкоин. То есть, инвестируя
райда, то есть удерживая от рынка, что такое стейкинг, да, стейкинг это удержание от продажи на рынок. То есть, по сути, вы удерживаете в кабинете, или можно сказать, это кошелек, можно применять как кошелек, да, удерживаете монету, и за это получаете ежесекундное начисление. А, начисление, если... Ну, это можно сказать даже сравнить с чем-то депозиткой, да, только единственная разница с депозитной программой, то есть депозит, оно замораживается на определенный срок и ежедневно начисляется, или там неделю, или месяц, да, раз начисляется по определенным процентам. Стейкинг, это именно стейкинг на 10.90, это инструмент, где вы можете положить на баланс, да, на баланс, то есть на отдельно такую вкладку стейкинга на баланс монет райдо, и вы вам будет ежедневно начисляться райдо. То есть ваш баланс будет увеличиваться. Ваш баланс будет увеличиваться. Но с возможностью в любой момент вывести, то есть от этого ваш депозит не пострадает. То есть по сути нету сроков. То есть вы ложите бессрочно, захотите пару дней, да, захотите один час подержать и вывести, то есть уже с прибылью. Захотите месяц, захотите 50 дней, то есть выбираете именно хранение и получение прибыли лично вы сами. Депозиты не замораживаются, можно сказать так. Вот. И второй способ, вы можете хранить и держать вебкоины и также получать монеты райда. Про процент по стейкингу 50% годовых, то есть из расчета 50% годовых. Именно в монетах. То есть, другими словами, если вы инвестируете 1000 райдо, то в конце года, то есть в течение года вы получаете 500, то есть плюс 150, да, можно так сказать. Или чистыми плюс 50 годовых. Это очень интересное предложение, то есть именно криптовалютное, которое намного превышает знакомых, да, и стандартных предложение инвестирования, потому что процент 50 годовых, то есть огромный большой процент актива, который имеет свойство расти. Так, хорошо, это первое, стейкинг. А второе, для того чтобы использовать стейкинг, используя данный инструмент, необходимо купить лицензию, да? Замечаете, чем-то похоже на акселератор, только без ускорителей. То есть для того, чтобы на стейкинг ускорить невозможно, поэтому нет ускорителя. Но можно инвестировать таким образом, удерживать и получать по стейкингу. Для того, чтобы использовать стейкинг, необходимо на сайте приобрести лицензию. Есть 4 вида лицензии. За 30 долларов, за 300, за 3000 и за 15 тысяч долларов. Напоминает криптоакселератор, да, но оно не, ну, дальше вы поймете, что здесь маркетинг очень интересный. Так, при купить лицензию сразу за 300 или за 15 тысяч невозможно, можно купить только за 30 в начале, и при определенных условиях, то есть у вас открывается возможность покупки лицензии более дорогой. Итак, снова повторяю, лицензия за 30, за 300 в долларах, но оплачивается в райдо. И 3000 и 15, это 4 лицензии. Что дает данная лицензия? Если вы помните, в криптоакселераторе оно привязано к времени, то есть у каждой лицензии есть срок, когда оно истечет. В данном проекте лицензия не истекает, то есть она дает просто возможность пользоваться данным ресурсом. У него нету сроков. Вот. Что дает лицензия? Лицензия за 30 дает возможность активировать стейкинг на сумму 300 долларов в райдо или в вебкоинах. Лицензия за 300 дает возможность активировать стейкинг на 3000 долларов. Она просто расширяет. То есть, другими словами, если вы сначала покупаете на 30, инвестируете на 300 долларов райдо, и как только у вас появилась возможность купить пакет
при каких условиях, я чуть позже расскажу. Условия купить пакет за, ну, лицензию за 300, а лимит сразу расширяется. То есть, другими словами, лимит инвестировать расширяется с покупкой лицензии больше. Ну и пакет за 3000 дает право инвестировать до 30 тысяч долларов, и лицензия за 15 тысяч долларов дает право активировать стейкинг на 300 тысяч долларов. Вот. Это то, что я сейчас про лицензии сказал, про стейкинг рассказал, а теперь расскажу про маркетинг. То есть здесь существует еще и маркетинг, план для активного заработка. Так, маркетинг. У каждой лицензии есть свой маркетинг, у каждой лицензии есть своя матрица. И за лицензия 30 долларов матрица выглядит таким образом. Вы, да, и под вами 5 пустых ячеек, которые заполняются, эти ячейки заполняются вашими приглашенными или приглашенными ваших партнеров. То есть перелив, да? Приглашая своего личника, он попадает в пустую ячейку слева направо. Вначале в первую, потом во вторую, потом третью, потом четвертую, потом пятую. Шестой ваш человек идет под первого, как первый человек. Это называется перелив. А седьмой ваш человек, он идет первым под второго. А дальше, если у вас много личников, то идет сюда. То есть по первым человеком под третьего и так далее. Если у вас уже больше 10, допустим, 11 человек, то он идет, снова заполняя данную матрицу, слева направо, вторым от вашего первого. Что же вы получаете именно по процентам? С первой линии 10% при сразу покупке лицензии, и со второго 90%. То есть, другими словами, ваш первый человек, когда появился, купил лицензию для стейкинга, вы получаете 10%, это в размере 3 долларов сразу начисление для вывода от вашего первого человека. Если ваш первый человек пригласил сразу своего первого, то вы получаете 90%, это 27 долларов со 27 долларов от вашего партнера, да? Также и переливы работают. То есть, если пришел перелив от вашего партнера вашу первую линию, то вы сразу получаете 10%, а ваш вышестоящий 90%. То есть, тут получается заработок не после того, как матрица закроется, а получаете сразу. В этом проекте можно даже на пассиве. То есть, если вы пришли на стейкинг для того, чтобы зарабатывать на стейкинге, и вы больше никого не пригласили, то вам может быть, то есть, ну, на это надеяться не надо, но если ваш наставник очень активный, может прийти переливом один человек, вы получите 10%. Если этот перелив оказался очень активным и пригласил своих 5 человек, то вы получаете 5 раз по 27 долларов. Да? И при этом вы, оказывается, никогда не приглашали. Вот. Но, как я уже сказал, если хотите большие чеки, если хотите хорошо зарабатывать, то пригласите личных 5 человек и научите их приглашать по 5 человек. И тогда ваш бизнес будет приносить очень большие заработки. Вот. Теперь вторая матрица. Да? Второй маркетинг. Матрица второй лицензии. Вы, под вами 4, не 5, а 4 пустых ячеек. И вторая линия 16 пустых ячеек. 16 пустых ячеек.
Для того, чтобы купить, то есть здесь нету автореинвеста, тут по желанию человек покупает, да, данную лицензию, работает ли или нет. Но есть такое условие, что купить лицензию стоимостью $300, не, для того, чтобы купить, необходимо, чтобы в первой линии, вот это, да, вот это, первая линия заполнилась. Неважно, переливами или вашими личниками. Как только вы самую первую линию закрыли, вторая, возможно, еще не закрыта, но у вас уже появилось перейти сюда, на вторую лицензию. Как только вы, естественно, когда вы купили лицензию стоимостью 300, вы попали в структуру или в матрицу вашего вышестоящего партнера. Если ваш вышестоящий партнер, да, наставник ваш, еще не сделал квалификацию 5 человек и уже еще не перешел, то вы пойдете за вышестоящего вашего вышестоящего матрицу. Точно так же и ваши партнеры. То есть, если, допустим, вы квалификацию данную еще не сделали, но ваш этот человек сделал 5, свою структуру 5, естественно, и решил купить пакет. Он может вас подождать, вы можете договориться, да, то есть, или может он купить данную пакет, но он пойдет под вашего наставника. Это вот ваш наставник, вот, он покупает, он попадает сюда. И после того, когда вы купили пакет, вы встаете сюда, то есть параллельно к вашему приглашенному. Поэтому есть смысл быстрее сделать квалификацию и купить пакет стоимостью дороже, для того, чтобы ваши личники попали все-таки в вашу команду, вашу матрицу. А третьей лицензии стоимостью $3000, который покупается не автореинвестом, а покупается по желанию, да, то есть тут все лицензии покупаются по желанию. Но как только по маркетингу, по матрице за $300 у вас первые 4 человека первой линии есть, то есть как только они пришли или переливами, или вашими личниками, у вас появляется возможность покупки лицензии за $3000. У матрицы $3000 долларов матрица выглядит таким образом. Под вами 3 пустых ячеек и на второй линии 9. 3-9. То есть первой 5-25, во второй 4-16, в третьей 3 и 9. Когда вы покупаете лицензию за $3000, у вас появляется возможность расширить стейкинг до $30000 стейкать, а также у вас появляется возможность получать вознаграждение 10% от первой линии, это $300, да, и со второй линии получать 2700 долларов со второй линии, даже если это перелив или это не ваши партнеры, но партнеры ваших партнеров. И четвертая лицензия стоимостью $15 выглядит так. Под вами 2 пустых ячеек и на втором линии 4. 4. Вот весь маркетинг. Есть еще один нюанс такой. Если вы, ну, давайте начнем сначала, да, если первую матрицу вы сделали квалификацию 5 человек под вами, вот, да, и вы получили по 10%, и вы купили вторую лицензию, там, где матрица из четырех, да, оно может работать параллельно, у вас две лицензии, то есть одна активная за $30, да,
Вот, и дает с первого дня 10%, второй 90%. И у вас активная лицензия за $300, которая дает с четырех ваших первых дней по 10% и со второй по $270. Вот, у вас активно. И когда-то ваша первая матрица, возможно, закроется. Ну, скорее всего, закроется, потому что у всех есть мотивация купить второй пакет. Как только закрывается ваша вторая линия, извините, что я так плохо рисую, вторая линия, да, то есть вы полностью закрыли, по сути, матрицу. Когда закрывается матрица, начисление от последнего, который вам должно прийти 2900, ой, 2900, говорю, 90% за 2, 27 долларов, они идут на реинвест, на автоматический реинвест. То есть, другими словами, когда у вас матрица данная закрылась, от начисления последние 27 долларов, оно автоматически купится новая лицензия стоимостью $30, но за $27 лицензия, и ваша данная первая матрица также продолжает работать, да, а вы развиваете ваших партнеров, закрывая второй, третий, четвертый матрицу. То есть каждой данной матрицы после полного закрытия происходит автоматическая покупка лицензии той стоимостью, где закрылась матрица. Вот и весь маркетинг. Вот. Покупка полностью проект работает на монете Ра. Вот поэтому готовьте райду. Многие спрашивают, какая цена будет на сайте. На сайте будет цена $15, поэтому вам хватит для того, чтобы начать, вам хватит всего 2 райдо. Так, на этом маркетинг завершил. Давайте откроем чат, задавайте вопросы, пройдемся уже окончательно по матрице. Когда стартует, наверняка первый вопрос, когда стартует? Приблизительно начало марта, то есть это или 3-е число, или 5-е число, переноситься не будет, не переживайте, да, тянуть мы долго не будем, а мы запустимся. Алгоритм данного маркетинга, он настолько легок, то есть поэтому для исполнения здесь много времени не надо, это не матрица 120, чтобы над ней нужно было много-много работать, много тестировать. То есть это по сути данной матрицы, это по сути двухуровневая партнерская программа, да, но с ограниченным количеством, так сказать, приглашений в первую линию. И поэтому происходит перелив. Но самое интересное, самое главное, самая фишка в том, что с первой линии, неважно, перелив или ваш личник, вы получаете 10% комиссии, да, ваш заработок за активное участие и развитие сообщества, и 90% второй линии за активность и участие, развитие сообщества. Все, чат закрываем, я сейчас пройдусь по вопросам. Так, будет ли в профит-боте акция 1%? Очень нужно один день. Будет в скором времени. То есть сейчас идет процесс идентификации. Кстати, по поводу профит-бота, смотрите, все сделали 70%. При этом 50% в первый день. И сейчас последние 2 дня тянутся, да? То есть я понимаю, были праздники, был у нас день рождения, всем, может, некогда было. Кто-то, может, до сих пор ищет свою транзакцию. Но я бы посоветовал бы быстрее это сделать. Если вы думаете, я ничего не буду делать, я подожду, и компания что-то придумает, таким образом вы затягиваете полноценную работу профит-бота. Поэтому хочу обратиться к наставникам. Созвоните своими партнерами и уже в течение сутки постарайтесь помочь вашим партнерам активировать. А если к вам не обратился ваш вышестоящий, то обратитесь сами к вышестоящим, попросите, ну, а вы еще не сделали, обратитесь к вышестоящим, чтобы он помог разобраться. Обязательно сотрудничайте, техподдержка, конечно, завалена, но тем не менее кропотливо, то есть и дружелюбно, да, к
помогает всем партнерам. Поэтому не затягивайтесь идентификацией профит-бота. Чем быстрее мы сделаем, тем запустим. А чем быстрее запустим, тем быстрее будут интересные промо в профит-боте и акции. Петр Балашов пишет, это что-то невероятное. Я тоже так считаю, Петр. Как я уже сказал, что мы в компании, мы не можем запускать в маркетинге нерабочие. И несмотря на то, что матрица 120, она была рабочим маркетингом, да, и я видел, как она может работать, на нее уникальность, но тем не менее, я решил не запускать, чтобы все-таки запустить, чтобы в нашей компании были проекты только рабочие. И данный проект, он даст вам сформировать очень большую команду, очень хорошо заработать и подготовиться, так сказать, подготовить свою команду для старта бинарного маркетинг-плана, бинарного проекта, который стартует в начале апреля. И вот у вас сейчас есть шанс использовать это. А если посчитать от вложения $30 и прохождение всех четырех матриц, вы заработаете более $100 000 при вкладе $30. Поэтому это то, что маркетинг, то, что активный. То есть поэтому я думаю, стоит год потрудиться, стоит год поработать со своей командой и выйти на доход, да, с $30 до $100 000. Я думаю, стоит на это потратить время и силы для развития. А для пассивных наших партнеров у нас есть замечательный стейкинг, в котором депозит не замораживается. Крутой проект сегодня 100% будет пам по всем фронтам. Зачем вообще монета Ра, если мы продвигаем монету ВЕК? А монета Ра также является продуктом нашей компании. Создана специально для направления матриц, да, то есть создана на том блокчейне, в котором для многих сетевиков, для многих людей в интернете понятнее и легче работать. То есть мы таким образом открыли двери для расширения сообщества, для знакомства, да, для приглашения будущих наших участников нашего сообщества через данный проект. Поэтому был создан Райдо для того, чтобы мы могли данную монету использовать в матричных проектах. Так, крутой проект сегодня. Зачем вообще? Так, какие проценты по стейку на ВЕК и на РА? 50% годовых из расчета. То есть оно делится на дни, дни на часы, часы на секунду. И поэтому ежесекундно начисляется, именно крутится, да, добавляется из расчета 50% годовых. Так, будет ли профит-боте акция? Так, это я уже читал. Зачем автопокупка лицензии, если она бессрочная? А для активного пассивного заработка. То есть вы это оцените. То есть когда лицензия будет покупаться, то есть тем более, смотрите, лицензия покупается не за 30, а за 27. То есть, по сути, те вознаграждения, которые компания дает за активное участие в размере 90%, то есть вам, по сути, подарится лицензия, да, то есть это можно рассчитать, что происходит автопокупка, а можно это оценить и воспринять как подарок от компании одной лицензии для того, чтобы продолжать у вас, да, заработок по вашей лицензии, по вашей первой матрице. То есть, другими словами, когда вы уже построили одну команду и после происходит у всех автореинвест, то вы столько же, сколько один раз заработали на первой матрице, столько же заработаете и опять на второй, при этом уже с готовой командой. Вот, в чем будет выплата и способ вывода? Выплата будет в долларах на накопительный, но для вывода необходимо будет конвертировать на монету РА и вывести РА. Что с выводом профит-боти? Профит-боти выводы откроется сразу же после того, как все пройдут идентификацию. Поэтому я прошу, чем быстрее мы это пройдем, чем быстрее идентификацию пройдем, тем быстрее откроются выводы. Почему сейчас вывод закрыт? Для того, чтобы при идентификации не произошли какие-то сбои, какие-то выводы, какие-то мошеннические действия, да, то есть мы должны полностью проверить. Поэтому пройдите идентификацию, примите это как
один из элементов верификации, поэтому надо пройти. Надо пройти, это необходимо. Не надо откладывать, не надо думать, что если мы будем откладывать, компания что-то придумает и сама откроет кабинет. Не откроется. Чем быстрее вы пройдете, тем быстрее откроется. Когда можно будет добавлять людей в ProfitBot? Вот я как сказал, быстрее пройдем. Разместите, пожалуйста, дорожную карту на 2021-2022 года на сайте или вообще сделать лендинг-страницу в ЭКО. То есть лендинг-страница скоро будет, я об этом еще давно говорил, да, то есть на ВЭКО будет отдельный информационный сайт, на котором будет не только дорожная карта, но полностью описание нашей компании, о наших проектах, о наших лидерах, даже новости о событиях в каких-либо командах, событиях каких-то офисов, то есть там будет все. Там будут фотографии наших лидеров, их контакты, там будут контакты и фотографии нашей администрации, то есть полная дорожная карта о нашем блокчейне, еще есть дорожная карта нашего блокчейна, да, отдельная дорожная. То есть это будет такой портал, информационный портал, где можно найти информацию обо всем, даже мою автобиографию. Такой будет информационный портал. Так что ожидаем. Все будет, все будет. Все у нас будет. Все, RAF ProfitBot, когда откроет? Добрый вечер, когда станет, возможно, регистрироваться по ревке. Так. Когда откроется новый бинар? В апреле. Скажите, бинар когда откроете? В апреле. Можно заводить райдер с биржи? Можно. А когда будут карты? Карты тоже будет. У нас все будет. Будет. Мы, возможно, что-то иногда отсрачиваем, что-то мы делаем быстрее. Мы смотрим, так сказать, как я уже говорил, мы гибкие, мы смотрим, как, что лучше на данный момент для развития сообщества. Поэтому дорожная карта, мы вот даже о дорожной карте, если говорить, мы можем дорожную карту написать, но вы должны понимать, что мы будем иногда, так сказать, иногда менять последовательность. Это не из-за того, что мы ненадежные, да, и мы меняемся. Когда пишется дорожная карта, мы сразу попадаемся под, так сказать, сами себе делаем капкан, да, то есть, потому что у нас завязаны руки, что мы это обязаны делать, хотя мы видим, что если сейчас это сделать, это еще рано, но надо сделать по дорожной карте, так тоже не получится. Если мы хотим развиваться, мы должны быть очень гибкие, чувствовать рынок, чувствовать спрос и предложение, да, наших активов. И, то есть, и исходя из этого, то есть мы должны быть гибкими. Вот. Поэтому по поводу карт, карты обязательно будут. То, что у нас говорится и сказано, оно всегда реализуется. Но сроки могут быть чуть-чуть передвинуты. Новый веб-токен профит будет и вывод АЦЦ. Вот. По поводу акселератора АЦЦ в ближайшее время я проведу вебинар, то есть где отдельно расскажу, как будет. Ну, я одно скажу, скоро будет вывод АЦЦ в несколько, ну, в некоторые проекты. То есть об этом я в ближайшее время вам подготовлюсь, да, то есть и расскажу. Вот. Но это время уже скоро настанет, уже в ближайшее время. Ожидайте. А когда вы ответите на... Я вопросы потерял, в какую сторону крутить. Будет ли растира? Люди закупились по 13-15. Конечно, будут. Смотрите, если вы покупаете. Смотрите, давайте начнем с того. РА для чего вы покупали? Чтобы на росте курса проехать. Ну тогда вы трейдер. А если вы трейдер, то тогда вы должны понимать, что монета может падать, монета может подниматься. То есть, если вы покупали монету по 15 долларов и по 13 долларов для того, чтобы зайти в матрицу, то тогда вы ничего не теряете. Потому что, как я уже сказал, на сайте конвертация будет 15 долларов. Если вы даже купили по 15 или даже по 13, то есть вы уже в прибыли, да, будете, когда войдете в матрицу. А если вы сегодня купите по 8, то вы в два раза, по сути, дешевле зайдете в матрицу и, значит, в два раза больше заработаете, чем даже говорится о маркетинге, да. Поэтому... Поэтому такие вопросы, я покупал по такой-то цене, а почему сейчас по такой, ну, такие можете не задавать. То есть вы должны понимать, для чего вы покупали. То есть, исходя из этого вопроса, из этого ответа, вы сами же себе ответите на этот вопрос. Добрый вечер, когда же мы будем зарабатывать век? Все забыли про любимый век. Ра-ура, но век-то на век.
Класс, класс, класс. Вы скоро все увидите. Вы скоро все увидите, насколько Ра необходимая часть для века на век. Поэтому и Ра, и век на веки. Маркетинг огонь. Что-то новенькое скрестили с акселератором и матрицей. Да, можно сказать так. Да. Мы любим скрещивать. Получается, приглашать можно только в первую массу, во вторую и дальше только переливы. Да, то есть получается, все приглашаем в первую, и уже во вторую идет не то, что переливы, а когда ваши, те, кто в первом захотят перейти во вторую, они пойдут сразу за вами. И обратите внимание, что первая матрица 5,25, вторая 4,16, третья 3,9 и потом 2,4. То есть все шансы для того, чтобы легко пройти по всем четырем матрицам. Скажите, пожалуйста, начинается на рефералов будет один раз или постоянно от рефералов? Скажите, пожалуйста, начисление на рефералов будет один раз или постоянно от рефералов? Постоянно? Постоянно. Я же говорю, что автор инвест сразу постоянно. Это не один раз. Первый раз. Так, ты отвечал, что будет с курсом РА? Ваши прогнозы. А какая разница, сколько будет РА? Ну, я уверен, что, учитывая, что РА мало, и сегодня на него нет применения, естественно, $8. А когда появится проект с применением РА, я предполагаю, что РА будет расти. Ну, это чисто мое предположение. То есть здесь просто логика. Так, будет еще возможность перевести от Векавто помимо ProfitBot'а? Будет возможность, я уже сказал, да, в ближайшее время я подготовлю материалы и все расскажу, как будет открываться выводы от CC в другие проекты уже в ближайшее время и в какие проекты, то есть я дам информацию. Спасибо за все проекты, можно перекрыть все свои финансовые проблемы. Совершенно верно, Виталий, так и есть, и многие этим это использовали и уже перекрыли все свои проблемы. Хорошо, у нас уже 20.01 по московскому времени, а значит, мы будем завершать наш вебинар, у нас регламент. Хочу еще раз всех поздравить с шикарным праздником, с шикарной датой. Да, нам пошел третий год, а это значит, как мне понравилось сегодня, один из лидеров сказал, это как ребенок, который уже начал ходить сам и говорить, да, что-то пытаться говорить. То есть это ребенок, которого мы вместе взрастили, который пошел шагать. И это очень радует, да, каждого из нас, меня особенно. Я такой гордый папочка и не могу не нарадоваться. Поэтому у меня очень хорошее настроение вчера было, сегодня, и я думаю, что это классно. Мы молодцы. Мы сделали и сделаем еще больше. Вот. Хочу поздравить наших мужчин с завтрашним прекрасным днем, с днем защитников Отечества, да? Будьте защитниками для своей семьи, для своей родины, для своих детей, семьи, близких, родных, товарищей, знакомых, соседей. Будьте защитниками везде. И будьте защитниками также сообщества ВЭКО. Желаю в этот день, да, завтрашний день, всем мужчинам хорошо отметить, отпраздновать. И потом в бой, в развитии сообщества. Был рад сегодня быть на вебинаре, поделиться маркетингом, увидеть вас. Сегодня вас очень много, да? Именно пришли на вебинар. Вот. А кто не пришел, увидят на записи. Поэтому желаю вам всем хорошего настроения на сегодняшний вечер, хороших и продуктивных ближайших дней. Готовимся к новому проекту 1090. Начинаем готовить свои команды.
Вот, я думаю, маркетинг, он настолько понятен и простой, что тут вам даже не надо какого-то разъяснения, то есть достаточно посмотреть ту часть презентации, которую я сегодня, на записи сегодня, которую я говорил, и вам станет все понятно. Обязательно, я не знаю, но лично мне помогают вот такие белые листочки, ручка. Может быть, я очень старомодный, но именно когда на бумажке, на ручке легче всего посчитать, рассчитать и понять для себя маркетинг-план. Поэтому все маркетинги, это моя рекомендация, может кому-то поможет. Возьмите, всегда берите ручку, бумагу, калькулятор рядом и начинайте рисовать, рисовать, писать, считать. И тогда вы раскроете именно быстрее поймете понимание в маркетинге, а значит активное, так сказать, именно принятие решения именно в активном развитии вам будет даваться легко, а также вы будете быстрее все понимать и быстрее помогать своим партнерам. Все, всем спасибо, всем здравия, пока.